滴滴答答过，岁月到底偷偷偷走了什么，我还剩下什么。大雨一直哗啦啦的下，倒映在水里面最美的脸颊，是我深爱的你呀。等待就像映红海天一线的晚霞，无尽的美好我只有那么一刹那，向往的一刹那。每天小鹿跌跌撞撞害怕这怕那，见到你之后又开始说胡话，难道这是爱情吗？是爱情吗？让我无法自拔，爱上你后是你呀，未经允许偷走我的心。我该怎样怎么原谅仅有我对你说我不爱你，怎么样才能打动你的心？是爱情吗？让我对你一见有钟情。是爱情呀，就连世人也解释不清。Дружище, я давно за тобой наблюдаю. Почему бы нам не выпить вместе? Я не гей. Думаю, ты неправильно понял. Я тоже пришел пить один. Но пить в одиночку — это слишком нарочитая попытка. Трудно подцепить девушек. Было бы иначе, пей мы вместе. Сделай мне одолжение. Взгляни на всех красоток в этом месте. Вон те две красавицы. Как тебе? Не заинтересован. Судя по твоему состоянию, что случилось? Расставание? Она изменяла?
Кажется, я тебя раскусил. Вообще-то мы похожи. Как насчет тоста за нас? Тебе изменяют? Кто-то преследует мою девушку. Это не то же самое. Как же? Я такой же беспомощный. Братан, кажется, ты в плохом настроении. Поскольку мы сидим за одним столом, мы почти друзья. Может, поговорим об этом? Мне любопытно, какая женщина могла разбить сердце такого красивого парня, как ты. Не пей в одиночестве. Вот. Что, плохо спала? Да, доброе утро. Беспокоишься о своем парне? Я же сказала, он не мой парень. Я поняла. Неопределенность, да? Проехали, я не спорю, ты всегда шутишь. Глупышка, ты же так волнуешься, строишь недотрогу. Ничего, признай свои чувства. Я еще не видела тебя такой. В этом мы не похожи. Не бойся любить и ненавидеть, поняла? Не бояться любить? Как могу быть такой, как ты? Вышла за папу через 2 месяца после знакомства и через 2 года развелась. Это потому, что он солгал мне. Притворился бедным, чтобы вызвать сочувствие. А оказалось, он был... Проехали. Горькие воспоминания. Расскажи о своем парне. Сколько зарабатывает, чем занимается? У него есть дом в Винде? Без понятия. Знаю, что он менеджер агентства недвижимости. Агентство? Агентство – это хорошо. Не слишком богатый, не слишком бедный. Ничего хорошего в богатых людях, верно. Вспомни того, кто избил твоего парня. Он, наверное, богат. Позор ему. Сёжун. Юань. Я слышал, господин Вэнь под домашним арестом. Под домашним арестом? Да. Из-за того, что он провалил какой-то тендер, его квартиру и автомобиль конфисковали, и он спал в офисе. Настолько серьезно? Тогда. Как сейчас, господин Вэнь? Довольно плохо. Люди сплетничают в офисе. Возвращайся скорее, если будет возможность. Мам, мне нужно вернуться. Это случилось из-за меня. Я должна исправить это. Вы напугали меня? Вы? Привет. Почему этот парень выглядит как мой бывший, такой же хилый? Жир. Я лишь хочу спросить, вы ведь звонили Юань? Какая Юань, какой звонок? Мой звонок имеет к вам отношение? Подслушивали разговор? Вы нарушили закон, знаете? Это вход в офис господина Вэнь. Я его секретарь. Вы звонили здесь. Я просто подошел поздороваться. Можете спуститься и позвонить. Поздороваться с кем? Я вас знаю? Сяожун, суть не в том, чтобы поздороваться. Звонок важен. С рабочей точки зрения, вы секретарь управляющего, я юрист. Я вас почти не знаю. Из личных разговоров это наш первый. И мы не знаем друг друга. Если вы человек профессионального уровня, вы должны обращаться к госпоже Лун, вместо того, чтобы стоять здесь и звать меня по имени. Понятно? Какие стажеры сейчас пошли? Босс, ты снова спал в офисе прошлой ночью? Спасибо. Босс, сотрудники строят безумные догадки. Если продолжишь в том же духе, господин Вэнь снова будет расстроен. Я знаю. Спасибо за беспокойство. Кстати, я только что отправил тебе документ. Распечатай и отправь мне позже. Хорошо. Есть новости от Лун Сяожун? Даже не начинай.
Поскольку ты понизил себя, меня понизили вместе с тобой. Стажер, который даже не прошел испытательный срок, осмелился противостоять мне. Отлично. И босс, почему бы тебе не пойти и не спросить Юань Джиаши? Он должен знать, где находится его дочь. Не стоит. Босс, когда Юань исчезла, ты хотел перевернуть всю Венду. Как получилось, что ты... Эти дни... Я спрашивал себя. На самом деле, я сильно давил на нее. Так что я собираюсь действовать иначе. Выберу тихий подход. В ожидании ее возвращения. Будешь просто мучить себя вот так? Вообще-то, может, она поехала в Чуантян? Разве в прошлый раз она не купила билет в Чуантян? И это недалеко отсюда. Такси может отвезти туда? Я думаю, отдай этот документ дедушке. Я поехал. Разве ты не выбрал тихий подход? Джинчан. Дедушка. Ты куда собираешься? Я... Как там сейчас? Когда он собирался выйти, его затащили в офис навстречу. Вот это да. Сюжун, ты изучала право. Он нарушает закон? Конечно. Кроме того, трудовой закон запрещает принуждение сотрудников к сверхурочной работе и ограничению личной жизни. Эти статьи его разозлят. Хорошо. Заставлю его заплатить. Сделай больше снимков и сохрани улики. Что задумала? В этот раз я разберусь со стариком. Со стариком? Кто это? Никто. Кладу трубку. Поскольку он в Венде, он обязательно вернется домой. Подожду, пока он не появится. Судя по возможностям Тянь, вложение 900 миллионов в эту землю в любом случае приведет к убытку. Так что сотрудничество с Вэнь — лучший и единственный выбор для Тянь. Я слышал, ты остался в офисе прошлой ночью и работал над этим проектом, верно? Да. Планировал поболтать с госпожой Е. Оказалось, она уже связалась с дедушкой. Не ожидала, что господин Вэнь хотел поработать со мной. В таком случае, есть ли у вас еще предложение? План господина Вэня совпадает с моим. Итак, продолжим сделку, которую мы обсуждали? Хорошо. Джинчан, этот проект очень важен для совета. От имени Вэнь ты несешь ответственность за этот проект. Но Джи Юй все устроит. Хорошо. Я создам спецкоманду. Обсудим детали с госпожой Е позже. Куда собираешься? У меня есть дела. Разве я не сказал, что этот проект важен? Ты должен как можно скорее обсудить это с Джи Юй. Не сегодня. В другой раз. Подожди. Я поеду с господином Вэнем. Обсудим это по дороге. Хорошо. Ты преследуешь меня? Да. Я еду в другой город. Я знаю. Искать свою девушку. Мне все равно. А мне нет. Я голодна. Давай поедим. Я тебя не задержу. Встретимся после работы. Подожди. Я думала, придется долго ждать тебя. Поскольку ты здесь сегодня, давай проясним ситуацию. Что такое? Понимаю, ты злишься на меня. Но почему так поступил с господином Вэнь? Господином Вэнь? Да. Что? Ударь меня. Ударь меня. Притворись, бей не сильно. Твое сердце болит? Думаешь, что можешь делать все, что хочешь, потому что богат? Послушай меня, это незаконно. Чего ты хочешь? Чего я хочу? Позволь сказать тебе. Смотри, у меня есть доказательства. Если не хочешь попасть в тюрьму, тогда тебе лучше разорвать помолвку. Маленькая девочка, думаешь, можешь отправить меня в тюрьму из-за этого фото? И принудительного ареста. Ты нарушил закон маркировки. Это трудовое право. Неважно. Так или иначе, разорви помолвку сегодня, несмотря ни на что. Разорвать помолвку? Без проблем. Но есть условия.
Почему каждый раз возникают условия? Хорошо. Смотри-ка, мы двое женаты. Эти отношения можно прекратить, но ты должна провести со мной ночь. Ты шутишь, что ли? Я лучше заплачу 100 тысяч за развод. 100 тысяч? Хорошо, давай прямо сейчас. Сейчас? Могу я сесть сзади? Там место для животных. Думаешь, как раз для тебя? Ты слишком груба. Кто тогда я, если сядешь сзади? Твой водитель? Я не это имела в виду. Куда мы едем? Думаешь о том, куда мы поедем и чем займемся, как пара? Пара могла бы сделать многое. Например, приготовить еду или сходить по магазинам. Что ты хочешь? Ремень безопасности. Я могу сама. Руки не заняты. Что? Просто ешь. Ты не голодна? Есть здесь? Может быть, что-то не так? А что, твой дикий парень не водил тебя в такие места, как это? Вкусно. Можешь заказать, что захочешь. Я не думала, что этот старик такой приземленный человек. Разве я не говорила тебе не есть это? Как можно есть кроликов? А почему нельзя? Кролики милые. Не ешь это больше. Ладно, не буду. Люди меняются. Из-за нее? Что тебе в ней нравится? Ты ешь кроликов? А почему нет? Ем с самого детства. Хочешь попробовать кусочек? Нет, нет, не Правда, хочу. Правда вкусный, нет, угощайся. Не надо. У тебя нет вкуса. Такой богатый. Разве ты не питаешься в элитных ресторанах? Зачем пришел сюда? Почему босс не может здесь приготовить барбекю? Справедливо. Ты мне интересно. Хочу задать вопрос. Какой вопрос? Что тебе в нем нравится? Я его знаю. Он такой назойливый. Да, он назойливый. Куда собралась? Иногда он груб. Но он всегда рядом со мной, когда я попадаю в беду. Он не жалеет сил, чтобы помочь мне. Ладно. Почему ты сбежала? Живем только раз. Я не хочу заставлять Она тебя смелая. Делать то, что не нравится. Живет как хочет. Я хочу жить для себя. Учитель, люблю тебя. Я увидел ее. Не похожую на меня. Теперь ты счастлив. Моих денег нет. Может быть, это то, чего я хотел. Хотя он помогал мне глупыми методами. Я знаю, он тот, кто действительно хочет мне помочь. Я очень счастлива. Быть с ним. Теперь я живу как ты. Разве это не иронично? Не заставляй делать себя то, что не нравится. Но это лучше, чем принуждение. Все в прошлом. В прошлом? Знаешь, как я страдала из-за твоего дедушки? Верно, ты не знаешь.
Ты никогда не поймешь, в чем моя вера. Я сильно страдала эти годы. Лишь для того, чтобы стать равной тебе. Ты моя вера. Говоришь, это все в прошлом. Я знаю о твоих чувствах. Нет, не знаешь. Потому что тебя не волнуют чувства других. Тебе не все равно. Но из-за нее. Не из-за меня. Поэтому я не хотел, чтобы ты ехала со мной. Помни. Это ты умоляешь меня. О работе. Так же, как и она. Чонтян большой. Каков твой план? Я не знаю. Зависит от судьбы. Пустая трата времени. У тебя есть фото? Возьмите оплату. Спасибо. До свидания. Пошли, я оплатила счет. Хорошо. Я отвезу тебя кое-куда. Куда? Узнаешь. Идем. Что ты делаешь? Разве я не говорил? Чтобы разорвать помолвку, ты должна провести ночь со мной. Я согласилась, но я не соглашалась спать с тобой. Кроме того, я оплатила счет за ужин. Конечно. Если ты голодна, то потом устанешь. Псих. Куда собралась? Отпусти меня. Я позвоню в полицию, если не отпустишь. Учитель. Есть сотни способов, чтобы причинять господину Вэнь мучения. Помоги. Сюже. Эй, скажи мне, кем это ты себя возомнила? 100 тысяч юаней плюс 2 миллиарда, за которые твой отец продал компанию, это... слишком дорого. Сто тысяч? Я верну их тебе. И вообще я не имею ничего общего с компанией отца. Правда? Как ты можешь быть такой бессердечной? Это твой папа. Если бы он нарушил обещание, это были бы не просто 2 миллиарда. Он подписал контракт. Если он его нарушит, он потеряет все, что у него есть. Знаешь, сколько людей покончили с собой из-за этого? Не волнуешься? Я могу простить, что у тебя есть любовник. Правда, ты не будешь с ним строг? Даю слово. Нет, я не могу, это предательство. Что теперь? Предательство? Любовника? Ладно, можешь вернуться к нему. Но никому не рассказывай, что произошло сегодня. Если скажешь другим, знаешь, что будет. Что насчет нашей помолвки? Ладно. Зависит от твоего поведения. Какого черта? Я просила не запугивать мою сестру. Полегче. Я хочу посмотреть, заслуживает ли она того, что мой брат сделал для нее. Ничего. Алло? Сия. Фух.
Без вести пропавшая. Так ты заплатила за рекламу? Не хочу тратить на это слишком много времени. Спасибо. Не за что. Я лишь хочу сказать, что у меня это получится лучше, чем у других женщин. Посмотри. Это того стоит? Трата времени. Извини, я побеспокоила тебя так поздно. Я должен извиниться перед тобой. Я не должен был говорить все это. В конце концов, мы не можем судить твою сестру только по фотографии. Что если наши догадки верны? Заступишься за нее? Моей сестре повезло, что ты так сильно ее любишь. Было бы здорово, если бы она так думала. В любом случае, что, черт возьми, случилось? Это просто недоразумение. Ты не просила помощи у своего учителя? Он приходил в мой ресторан и узнавал, где ты. Выглядел так взволнованно. Как я посмотрю, кажется, ты ему нравишься. Почему вы все так говорите? Значит, это правда. Переживаешь, что влюблюсь в тебя, да? Разве не знаешь, что я чувствую к тебе? Йо-йо. Я тебе как сестра, да? Я не дам другим возможности сказать мне это. Знаешь, это так неловко. Боялся, ты расстроишься. В прошлый раз ты слишком сильно обидел меня. Братцы же, в любом случае, я должна сказать тебе спасибо. Спасибо, что сказал мне правду. Я все понимаю. Йо-йо, ты в порядке? Уверена, что все хорошо? Перестань. Теперь я познала свое сердце. Я не люблю тебя. Ты мне как брат. Не будь таким самовлюбленным. Хорошо, сестренка. Ты права. Я правда нарцисс. Юань, что ты делаешь? Доброе утро. Вот это для тебя. Попробуй. Поторопись. Яйцо в форме сердца? Конечно, нет. Это просто яйцо. Для господина Ваня? Какая разница? Ты угощаешь Ваня? Нет. Это тебе. В последнее время ты много работала. Для укрепления здоровья ешь по яйцу. Тогда благодарю. Пожалуйста. Я думала, что никогда не вернусь. Просто вспылила. Уже 8:55. Тогда иди. А тебе не нужно работать? Хотя бы лично скажи это господину Веню. Пока все не выясню, не увижу его. Не хочу доставлять ему неприятности. Сёжун, пожалуйста, передай ему это. Не говори, что от меня. Давай. Что происходит? Иди. Тогда я пошла. Поскольку старик странный, появляется и исчезает таинственным образом, я должна проявить инициативу. Босс, это вам. От кого?
Администратор передала тебе. Выброси это. Почему? Вчера ты ничего не ел. Хочешь, ешь сам. Ну тогда... Хорошо. Так вкусно пахнет. Теперь это мое. Секретарь Лин, менеджер по персоналу хочет вас видеть. Хорошо. Какой аромат это? Ты так заботишься обо мне. Босс, разве ты не отдал это мне? Кто это прислал? Сотрудник с ресепшена. Спроси ее, кто это прислал. Я хочу ее увидеть. Кто просил вас передать это? Это... невкусно? Я спрашиваю вас, кто это прислал. Не отравлено, обещаю. Я не это имел в виду. Спрашиваю, от кого. Я хочу ее видеть. Меня просили не рассказывать вам. Не понимаете меня? В последний раз. Сказать или нет? Скажу, предам свою подругу. Но что, если меня уволят, если не скажу? Даю 3 секунды. 3 2 1. Это отравлено. Босс. 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 Юань. Юань, что такое? Плохие новости. Приходи в больницу сейчас же. О нет, о нет, о нет. Мне конец. Что делать? Как он мог отравиться? Что случилось? Почему ты подставила меня? Я? Почему? Ты хотел убить господина Вэня. Юань, я знаю, ты пострадал, работая его помощником, но убивать его противозаконно. Что с ним? Отравлен твоей едой. Где он? 803. Успокойся, Лун Сяожун. Просто прикинь. Следуя критерию вынесения приговора, принимая как непреднамеренное убийство... Нет-нет-нет, я вроде как сообщница. Если так, должен быть 5-летний срок. Если буду себя хорошо вести, максимум 3 года. Но потом конец репутации. Как мне найти работу? С вами все в порядке? 3 года спустя мне 28 лет. В тюрьме сухо. Я быстро постарею. Можно ли туда взять крема для кожи? Вы так много думаете. Даже о своей жизни в тюрьме. Каждый мог когда-нибудь подумать об убийстве босса. Однако достаточно только мечтать. Почему Юань это сделала? Ты в порядке? Я не позволю тебе убежать от меня. Отпусти меня. Отпусти меня.
着空气说，以为你在那空荡的房间，剩下我一个。哦，开始下雨了。这这么好看，对呀，那个我可以不吃啊，可以白吃，白我可以不吃啊，我可以不吃啊，这下都嘴巴干净啊，好好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 我放手了，你走了，可然后呢？爱，好像是我弄丢了，可然后呢？爱，怎么装作没来过？可然后呢？